Итак, всем здравствуйте, дорогие друзья. Так, сегодня я играю в Терру. Пойду, наверное, на убийцу, да? Убийцу нужно нам качать. Так, ну и сегодня я рассчитываю посетить данжик, посетить аренку. В принципе, посмотрим. Я уже давненько не заходил. Посмотрим, что здесь нового в этой Терре, в нашей долгожданной. Так. Давайте сразу я запишусь на данжик. Все, ожидаем. Так, давайте я сделаю немножечко, наверное, звук сразу потише. Настроечки, звук. Ага, звук нормально, все. Так, что у меня здесь есть? Так, что вот это? Книга питомца. Да. Так, сумка моя была увеличена, да? Так, что у меня еще здесь интересного? Давайте сразу. Ботиночки посмотрим. Так, ну, короче, здесь то, что мне не нужно. То, что мне не нужно. Перчи тоже мне уже не нужны. Так, давайте кинем костер. Чармы скушаем. Так, все. В принципе, можно двигаться. Что там мне штампуют за сообщение? 5 непрочитанных. Ну, это я буду в городе и прочту их. Так, карта. Все, двигаемся. Двигаемся сюда, пока будем ожидать наш данж. Будем проходить квесты, которые у меня здесь не пройдены есть. Алкогесты выпадают. У нас тут куча, уйма их, да? Чармов. В общем, здесь всего в изобилии. В Терре можно найти все, что хочешь. Так, осколочек. Мне еще нужно 2 осколочка, чтобы собрать. А что я соберу? Я соберу оружие Авататы. Вот так вот. И промазал, блин. Ух ты, какой. Какой ты борзый, ботик. Так. Так. Давайте я сразу, наверное, запишусь и на аренку, да? Кумашествие. Пойдем в кумашествие. Не вопрос. Я, в принципе, не против. Так, осколочек. А что у меня за меч будет, а?
Так. Ну, этот меч мне в принципе не нужен будет. Я его благополучно отдам брокеру и продам. Одевать я его не буду, так как потом я с ним ни хрена не смогу сделать, кроме как выбросить, да? Так я его благополучненько себе продам и париться не буду по этому поводу, так как на мне одет более сильный меч. Ай, а я-то рассчитывал. Да, ребят, по Warface будут еще стримы. Будут стримы по танкам. Все, что было, то и будет, то и останется у нас. Плюс еще добавилось Surfvarium. Будет новый шутер такой в стиле сталкера. Тык-тык-тык. Сорок седьмые, 44-е, 41-е. Ну чё, погнали? Чё стоим, кого ждём? Так, ну, у меня такое впечатление, конечно, что мы не справимся с боссами. Потому что собрался такой контингент. Я еще слабенький, в принципе, для этого данжа. Ну, есть люди еще слабее. Как бы это не есть хорошо. Долго я буду стоять очумевший. Офигеть, вы представляете, что творят? Не дает мне шагу сделать. Блин, но эти бомбы мне не нужны. Нафиг они мне выпадают, интересно мне знать. Тупоря они мне не нужны. Какой ты шустрый. Так, ну что-то я соберу сегодня какой-нибудь шмоточка, мне хоть выпадет одни бомбы, которые мне и нафиг не нужны здесь. Эти бомбы. Но они падают, усердно падают мне.
Так. Что у нас? Двигаемся, ребятки, двигаемся. Так, чарм, ну это самое толковое, что выпало за это время, пока я здесь, это чарм. Больше ни хрена нет, ребят, больше ни хрена здесь нету, я не вижу. Осколочек. Есть меч. Так, пас. Меч можно зачаровать. Ну, не знаю, не знаю. Не нужен он мне, не нужен. Видать, у нас лучников здесь нету, и никто не хочет брать этот лук. Птичья смерть, плюс 6. В принципе, он никому не нужен. Да хотя, нужно было взять, пускай продал бы брокеру, да? Так, кинуть. Кинуть чарму себе. А чё, я не сделал костер? Сделал. Так, ладно. Громогласный. Что это за прикол был? Ой-ой-ой. Стоим, стоим. Почему я лидер? Что, убежал кто-то? Так, сейчас меня убьют. Хилка не хилит. Ну, воскресит меня кто-то, нет?
Ну. Придется самому воскрешаться. Очень шустрый такой босс. Тяжело его поймать, он все время в движении, все время двигается, прыгает. Так, ну все, у нас убежала вся команда, у нас осталось 3 человека. Можно после этого босса выходить отсюда. Смысла я не вижу никакого. Мы его не пройдем. Это данж. В общем, команда у нас попалась несерьезная. Да иди ж ты сюда. Сколько ж можно за тобой-то бегать, а? Так, в принципе, с горем пополам мы его одолели. Ну и я буду. Зачем ты здесь? Выходить. Лучше выше, чем толще. Цепляйся за жизнь до конца. И я буду отсюда выходить, покидать. Так, а что это за меч был? Уровень 87. Вот это, да? Уровень 99. Так, клинок главного хищника. 1333. Нет, он мне тоже не нужен. Такс. Ну что? Набрать нужно группу. Или выходить, или набирать группу. Я не знаю. Эффект оглушения, меня он раздражает. Эффект. Алкогесты. Так, 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 так. Ну, выбрался в подземелье, да, разошел, уже в игру не заходил долго. И то неудачно, компания мне попалась. Да, нужно все-таки заходить сюда с друзьями, чтобы быть уверенным в том, что никто не убежит, никто не бросит.
Ты еще жив? Умри. Так. Кого ждем, ребятки? Такой гайд, да, как выживать в подземелье, если бросила группа. Ну, я смотрю, набрались, но что-то я их не вижу. Бомбочки, опять эти бомбочки. Так, в принципе, нахрен они нам нужны. Понятно, я их уже зацепил. Так, нужно будет меня бежать к брокеру и скидывать все вещи, которые я насобирал, которые у меня есть, да? В принципе, они мне не нужны. Мне нравится этот удар. Ах, гад такой. Вот этот. Оп. Выносит много хп. Хороший урон. Так, в принципе, здесь все готово у нас. Двигаемся далее, что ли? Сколько у нас? Четверо?
принципе, ребят, что я вам скажу, Terra неплохая игра. Можно и повтыкать, и отдохнуть в игре. Здесь можно многое сделать. Главное, с умом к этому всему отнестись, и все будет в порядке. Ничем не хуже линейки, да, легендарной. Даже я сказал бы, мне, как мне, так она лучше. Ну, это мой взгляд, ребят. И по графике, ну, в общем-то, по всему, да. И по аренам, и по данжам. И немножечко Terra превосходит, как мне кажется. Ну, а там судить вам. В принципе, в Terra уже не меньше поклонников, чем в линейке. Так, и вот он, червь. Так, разжигать нужно костер. И кидать себе чармы. Чармы, чармы. Ну все. В принципе, на этом все. Ой, сомневаюсь я, конечно, что мы его одолеем. Будем пробовать. Конечно же, деваться нам некуда. Главное, чтобы хилка была в адеквате и хилила. В принципе, вроде как бы в адеквате хилка. Не попал. Хилка, в принципе, молодец. Лучше атаковать его сзади, и больше урон наносится, и безопаснее для вас. Тоже вот это вот опасное его движение. Так, ну, уничтожили мы его, можно сказать, на 63%. Еще его бить и бить. Теперь главное, все зависит от нашей хилки. Главное, чтобы она не подвела. Бить там и будем бить. Если бы она не хилила, конечно, было бы уже все. Данжик бы закончился, ребят. Это я вам гарантирую, потому что без нее никуда. В принципе, можно было бы скупиться там в магазине разные. Катавасия там. Хилки разные. Примочки. Ну нафиг оно. Надо, если есть хилка. И спасибо тем людям, которые их качают. Да, есть такие. Размышляют люди. Нафиг я буду качать хилку. В ней толком не покачаешься там. Да хрен там, ребята. Она нужна. Без нее, то есть, никуда. Без нее никуда. Без танка можно обойтись, данжи, да? А без хилки, хренушки.
ты обойдешься. Дальше. Видели, что он умеет. Так, червячок, иди сюда. Так, я смотрю, кого-то убили, да? Ой, 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 ребят, это очень плохо. Нужно отсюда сваливать. Как-то хилка про меня забыла, что ли? Так, 19%, 18% здоровья осталось у этого, блин, подземного дракона. В принципе, я думал, мы с ними справимся. Хотел выходить, да хорошо, что я не вышел. Я ошибался. Порядочек. Еще раз повторюсь, спасибо хилке за то, что здесь порядочек. Ура, господа и дамы. Так, перчаточки. Маг, жрец. Давай, я его продам, если что. Меч. Для уровня 44 и выше. 1303. Так. Этот меч у меня есть. Если никому не нужен. Тело Гектора. Оно мне не нужно.
Ух ты, сколько вас здесь. В принципе, в данжике очень быстренько прокачивается уровень. Помните, как я зашел, у меня была на самом начале полосочка, да, умений, навыков, там, я не знаю чего. Ну, а теперь уже посередке. Так, ну, второй босс. И погнали. Будем пробовать его уничтожать. Немножечко такой боссик поопаснее первого червя. Видите, что он творит? Крыльями достает очень далеко своими, так что лучше держаться вблизи к нему, притык сказать, да? Вот тогда его можно бить смело. На расстоянии он вас убирает крыльями. Так, что-то у меня игра подвисать начала, что такое? Ого, у меня свитков, по-моему, больше нет воскрешения. Если я не себе осталось 30% у него здоровья, и все, с ним будет закончено.
ты. Ну вот эти ударчики его внезапненькие раздражают меня. В принципе, тут осталось его добить, всего ничего. 4% каких-то несчастных. В принципе, все. Есть. Так, рукавицы мрака. Не нужны они. Рукавицы. И тут же пас. Так, ну все, я в принципе отсюда выхожу. В принципе, я закончил. На аренку я уже, наверное, не пойду, так как время поджимает. И сходим мы в следующем видео выпуске. Следите за каналом, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока, ребят.